Налоговики против пиратов. В последнее время в городе увеличилось количество продавцов нелицензионных DVD и CD-дисков. Налоговая милиция всеми силами пытается бороться с нарушителями интеллектуальной собственности, которые продают нелегальную аудио- и видеопродукцию. Бороться с видео- и аудиопиратами – дело нужное. Тем более, что в последнее время видеопиратство перешло в плоскость интернета. Теперь, чтобы подпольно издавать нелегальные диски, не нужно много усилий. А потому налоговики констатируют, торрент-трекеры и файлообменники в интернете приносят больше вреда. Тем не менее, с розничной торговлей дисков борются регулярно. У нас было выявлено 18 фактов реализации этой контрафактной продукции сотрудниками налоговой милиции. Изъято более 10 500 экземпляров, так назовем, носителей интеллектуальной собственности стоимостью 265 000 гривен, на которых отсутствовали контрольные марки Украины установленного образца. Последнюю большую партию контрафакта изъяли в Жовневом районе. Более 1200 дисков на сумму в 31 000 гривен. В налоговой милиции говорят, поймать торговцев нетрудно. Их много на всех рынках. Куда труднее и важнее найти подпольных производителей. Тех, кого находят, судят по всей строгости. Действующим законодательством предусмотрено как административная, так и уголовная ответственность. Если стоимость контрафактной продукции превышает 20 необлагаемых налогом минимум доходов граждан. Ну, чтобы так ориентироваться, это порядка 10 000 гривен. Пока что обнаружить крупных производителей в нашей области не удалось, но работа в этом направлении продолжается.